Ну, по сегодняшней игре комментарий следующий. Футбол, игра логичная. Вместо того, чтобы первый тайм выиграть 5-0, проиграли 0-1. Ну, а второй тайм абсолютно равная игра с некоторым территориальным преимуществом хозяев, но при этом опять-таки создали два момента. Единственное, в чем мы сегодня проиграли, это в реализации голевых моментов. Все остальное и по контролю, и по единоборствам, и по тактическим перестроениям. Ребята смотрелись очень прилично, но не забиваешь мячи, не выигрываешь. В текущий момент вы уже думаете о весенней части чемпионата и считаете очки, или вы сконцентрированы на каждой игре? Ну, во-первых, я даже, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, и кто там считать, кто будет с шестеркой, непонятно. Мы сейчас думаем только о том, как дома обыграть Сахалин 18 числа. У вас есть задача выхода в первую лигу? Нет.